Всем привет, друзья, с вами Гаминкар Барка. Рада всех приветствовать. Продолжаем играть Crusader Kings 2. В предыдущей серии создали королевство Андалусия, присоединили этот титул к своим другим королевским регалиям, которые у нас есть, да, у нас уже королевство Кастилия есть, Андалусия, Наварра, Леон и Галисия. Много королевских титулов, много герцогских титулов. И нам сейчас для победы необходимо взять под контроль еще несколько провинций. Я думаю, что выбьем арабов с территории Испании. И после этого сможем создать Испанскую империю. Ну, плюс у нас здесь счеты с французами старые. Я думаю, я хочу им нанести поражение. Это очень обязательно для меня задача, плюс я был не против захватить несколько провинций у Арагона. Собственно говоря, давайте начнем с того, что изучим технологии. Пойдем в легализм, увеличим размер домена короля, плюс один сделаем. И изучим тяжелую пехоту. На этом финита ля комедия. Так. Плюс у нас есть графство Кордоба, которое нужно кому-нибудь отдать. Так, посмотрим, кто у нас при дворе имеется. Так, это амбициозный. Так, лишнее графство надо кому-то отдать. Так, выберем сейчас кого-нибудь с низов. Так, вот этот, он амбициозный и трусливый. Так, придется пригласить сюда дворянина какого-нибудь, пригласим дворянина, бац. Так, теперь двор, смотрим, кто это у нас пойдет. Пожаловать титулы земли и давай графство Кордоба, забирай на. Замечательно. Так, теперь что мы будем делать? Так, у нас здесь фальсифицируются претензии нашим канцлером. Замечательно. Так, что у меня с войсками? Войска пополняются. Да, подождем годик другой. Можно даже провести какой-нибудь праздник летний. Да, можем провести. Так, купить индульгенцию, отправиться в паломничество, изгнать евреев, провести летнюю ярмарку. Да, проведем летнюю ярмарку, окей, все, поехали. Отлично. Запускаем, посмотрим, что будет происходить на этой ярмарке, а попутно еще у нас войска будут восстанавливаться и будут фальсифицироваться претензии на земли Арагона. Так, что-то пока не особо как-то. Я пригласил дрессировщика обезьян на летнюю ярмарку. И представление шло неплохо, пока одна из обезьян не отказалась проехаться верхом на свинье. Нифига себе. Дрессировщик избил обезьянку палкой, однако это спровоцировало других обезьян напасть на этого идиота. Обезьяны покусали его и избили его. Ёлки-палки, избили его же собственной палкой. Да, вот ваши деньги. Я надеюсь, что больше никогда вас не увижу. Кретин какой-то. Его же обезьяны, его же избили. Ну да ладно, смотрим, что будет происходить дальше. Поехали. Ну, пока ничего не происходит особо. Так, церковь... Церковь проповедует безбрачие, но мои друзья пытаются призвать меня к гедонизму, показывая мне удовольствие от жизни. Я не могу решить, хочу ли я наслаждаться жизнью или подождать, пока небо... Я хочу испытывать удовольствие. Что тут так, блин, в который раз уже вопрос встает? Так, летняя ярмарка у нас продолжается, а войска у нас продолжают пополняться. 7000, я сейчас уже могу поднять войск, смотрим сколько.
24 тысячи. Так, странствующий монах будоражит народ на летней ярмарке, проповедуя скорый конец света за грехи человечества. Его бессмысленная путаница несколько... Его бессмыслица пугает нескольких, но большую часть толпы дразнит и его и от души потешает. Так, давайте... Что нам делать? Давайте выгоним его отсюда. Корабейники пакуют свои товары, торговцы снимают свои палатки, жонглеры, странствующие актеры и другие участники праздника готовятся к отъезду. Летняя ярмарка этого года подошла к концу. Ну, мы получаем 10 престижа, в принципе, неплохо. Так, теперь пойдем на охоту. Пойти на большую охоту. Я найду белого оленя, хорошо. Так, а жена моя до сих пор в темнице, да? Так, отозвать титул. Графство Саламанка я у тебя отбираю. Отлично. Так, теперь... Графство Саламанка мы у тебя отобрали. И давай мы тебя сейчас еще и убьем по-быстрому. Ставим галочку и всех сюда собираем. Жена моя у тебя в плену, ты ее мне не выпускаешь, так что будем тебя сейчас валить. Смотрим, что у меня с войсками. Постепенно восстанавливаются, да-да-да. Так, посмотрим теперь на войска короля Франции, что у него там с войсками. 19600, так, а у меня сколько? У меня 26000. 26000. Прекрасно, король Гиен Кастилия наследует титул и земли графства Кесария от принцессы инфанта Макара Кастилия. Что случилось? Люди до сих пор умирают от полученных вещей. Твою мать, у меня старший сын скончался. Вот и все наследует теперь младший сын. Ой, беда. Ладно, ладно. Хоть титул не распадется. Будем на это надеяться. Смотрим, что тут у нас происходит. Так, а сестра моя, что, она еще жива, что ли? Собаки в лесу почуяли кабана, это отличный шанс убить его. Если пустить крестьян вперед, то тогда я стану трусом. Если пойду сам, тогда могу стать раненым или изувеченным. Ну, я пойду сам вперед, трусливым королем я быть не хочу. Так, ставим на паузу. Да, принимаем. Здесь мою жену предлагает мне выпустить из тюрьмы. Так, в королевстве Леон, это вот шлюшка может стать. Правительность. Номинирую своего сына. Отлично, теперь мой сын здесь будет. Здесь тоже мой сын. Так, в Андалусии мой сын, в Кастиле мой сын, в Наваре мой сын, в Галисии мой сын и в Леоне мой сын. Замечательно. Везде все наследует мой сынишка. Прекрасно. У меня избыток личных титулов. Это у меня графство Кесария. Так, пожалуй, титул графства Гранада. А, нет. Пожалуй, титул я ему не могу, ладно. Так, пригласим кого-нибудь ко двору сейчас. Так, 320%, она сейчас 100% сдохнет. Так, давайте пригласим... пригласить дворянина, окей. Король Гиена Кастилии успешно завершил свой заговор, убить человека по имени Адриана, все. Приговор исполнен. Зашибись. Не надо против меня поднимать восстание, и все будет отлично тогда. Я лично закончу его страдания, получаем плюс 10 благочестия.
Я горжусь своими охотничьими талантами. Престиж у нас растет. Так, теперь избавляемся от лишнего титула. Так, где мои дворяне? Так, вот это мы, вот мы пожалуем. Пожалуй, титул и земли. Все, лови, бац. Так, теперь смотрим на мои войска. Сколько я могу поднять армию? 25 900. 25 900. Так, значит, начнем мы с того, что объявим войну арабам. Так, объявить войну и потребуем вот эту вот провинцию. Это у нас Алькантара, дают претензии, нет. Блин, у нас благочестие. Мы с ними недавно заключили перемирие, так что с ними не получится повоевать. А вот с этими... Так, с этими тоже воевали недавно. С этими чё? А, не, вот с этими можно, да, попробовать? Да, с этими можно повоевать. Даюр претензии предъявим. Давайте потребуем у них... Так. 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 Даюр претензии за Альмансу мы потребуем, отправляем. Так, теперь смотрим, что у тебя с войсками. Ага, 1600. Значит, я поднимать своих пацанов не буду. Справлюсь с тобой и чисто гвардией. Так, смотрим, кого я могу еще гвардейцев нанять. Нет, не могу. Так, продолжаем. Запускаем игру. Денег у нас много. Так, союзники тоже есть. Давайте чем-нибудь построим, что ли. Или чем-нибудь усилим, укрепим. Тренировочный лагерь можно построить. Так, хотя особого смысла в этом нету, никто на нашей земле сюда лезть не будет. Ну ладно, не будем тогда ничего строить, если ничего толкового нельзя построить. Так, идем в Альмасу. Что тут вообще за построечки? Здесь 3 на 4, особо нам надо будет выдержать. Войска уже собраны у противника, это полуторатысячный стек. Особой, конечно же, он угроз для нас не представляет. Не думаю, что получится у него что-нибудь захватить. Так, 1 января, автосохранение. Давно я не проводил зимних праздников, надо будет тоже провести какой-нибудь зимний праздник. Проведем его после того, как... победим здесь арабов в Альмансе. Да, давайте разобьем их армию. Двинемся к ним и просто уничтожим эти войска. Не, ну он не пытается убежать, надо отдать ему. Но, хотя нет, он пытается уже убежать. Граф Макар. Многого достиг. Остальным моим сыновьям еще далеко до его способности. Лишь он один умеет так хорошо управляться с мечом. Из него выйдет отличный граф, когда я умру. У меня есть другие сыновья. Возможно, один из них может быть достоин. Так, что-то я не понял, что за бред. У меня же мой сын этот умер. Не могу понять, если честно, что только что за бред был. Граф Макар, он же уже скончался, вот он погиб. Что за ересь? Так, а сыновья у него были, у этого графа Макара? Нет, детей тоже не было. Не могу понять, это что за бред был. Ладно, идем дальше. Громить здесь арабов. Не будем заморачиваться этой ерундой. Нужно успеть разбить арабские войска до того, как они объединились. Наследником моим будет ЗИС.
Да, вот он здесь, но он трус. Азиз трус, так что надо будет что-то с ним делать, как-то его прокачивать, отдать его военным в обучение, чтобы он как-то со своей трусостью поборолся. Вернее, не поборолся, а чтобы она у него исчезла. Чтобы он во время боев продемонстрировал свою храбрость. Так, разбиваем здесь арабскую армию. 3000, больше 3000 войск у них там было. Получаем плюс 12, идем дальше в Аль-Мансу. Будем сейчас пытаться добивать арабские войска, которые здесь шастают. Ну, я думаю, что это будет сейчас последний бой против арабских войск, потому что я особо не вижу, за счет чего они могут еще войск подтянуть. Да, вот здесь сейчас добьем вот этих ребят, потом добьем вот эту вот армию, и все, на этом будет кончено, в принципе. Ну, они находятся в обороне, я тоже достаточно много народу потерял, порядка 1000 человек в этих двух битвах. Но арабы потеряли больше, конечно же. 2400 у них здесь осаждает Ла-Манчу. Ну и сейчас бьемся. Но я смотрю, что это последняя армия арабская. Ну вот здесь есть еще 515 человек, но это совсем уж маленький стек. Окей, великолепно. Мы взяли в плен кого это? Сулейман и Бен Сидан. Великолепно. Дальше идем громить арабов в Ла-Манчу. Так, у меня 1313 монет, девать их некуда. Ну что ж, давайте продолжим воевать тогда. Строить я бы хотел, конечно, город какой-нибудь построить, но великолепно, еще одного пленного взяли. Дальше добиваем вот эту вот маленькую арабскую армию. Так, французы здесь на границах воюют с повстанцами. Ну да ладно. Пускай воюют сколько хотят. Нам до них дела нету. Так, а вот теперь можно и создать герцогство бурбонов. Окей. Создаем. Победа, 38% у нас. Возвращаемся в Аль-Мансу сейчас. Да, что-то сфабриковать претензии у нас не получается. Так, смотрим, кто у меня в тюрьме сидит. Так. Ваша мил, как только я... Ну, отлично, молодец. Тюрьма. Так, что здесь у меня есть? Так, вот здесь сидит чувак. Ирландский... А, ну это наемник, что ли, понятно. А я смотрю, откуда у арабов нарисовался такой неплохой стек. Выпускаем, продаем его. Так. Марина тут какая-то сидит в тюрьме. Марина. Отозвать титул герцогства Астурии. Отправляем, бац, и потребуем выкуп. 70 монет. Замечательно. Так. Теперь посмотрим, у кого этот герцогский титул. Это что, у меня, что ли, герцогский титул? Герцогство Астурии. Надо отказываться от него. Так, жмем на паузу. Так. Кто? Амбициозный. Нет, пошел в жопу. Ты кто? Герцог Стулион. Так, епископу не будем давать, барону. Вот. Пожаловать титул из земли. Герцогство я тебе дам. Здравствуй, 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 здравствуй. Королевство, герцогство Кастилья, Андалусия, Навара, Леон. Герцогство. Что за нафиг? А почему нету герцогства Астурия? Герцогство Андалусии, королевство, герцогство Кастилья, герцогство Навара. Нет. Так, надо отдать этот титул, блин, срочно кому-нибудь. Так, надо посмотреть на мнение вассалов обо мне. Да, слишком много герцогств. Поднял авторитет короны. Так, надо отдавать. Так, сыну отдам своему.
Сын. Блин, сыну не могу отдать титул. Азиз Химена, елки-палки. Так, ладно. Значит, призовем сейчас дворян. Пригласить дворян. Бац, бац, бац. Бац. Так, теперь. Двор. Че тут? Управляющий хороший, на. Так, типа, я забыл посмотреть. Нет, не амбициозный, нормальный. Так. Пожаловать титул и земли. Королевство. Герцогство Кастилия. Навара. Герцогство Навара. Графство Бадахоса. Бургос. Графство Лиссабон. Графство... Блин, почему я не могу отдать? Что за нахер? Ладно, запускаем игру. Так, надо разобраться, почему я не могу отдать герцогский титул. Арно, объявляю войну крестьянское восстание, земля бурбонов против король Гиена. Против меня восстание во Франции, понял, сейчас французский король опять вмешается 100%. Пожалуйста, титул земли. Включаем. Герцогство Кастилия, Наварра. Герцогство. Твою мать, ладно, хер с ним. Не знаю я, почему не могу отдать, а герцогство Астурия. Так, автосейв. Блин, напишите в комментариях, чуваки, почему я не могу отдать герцогство Астурия. Война здесь с арабами продолжается. Мне сейчас нужно будет поднимать все войска свои и срочно отправляться в... Так, давай я подниму сначала свои войска. 10 тысяч войск у меня есть своих. Так, зашибись. Шикардос. Идем вот сюда. И идем... Так, сюда на объединение. Надо побыстрее заканчивать этими... товарищами арабами. Так, гвардия, флот. Бездарный ублюдок просто канцлер. У меня все канцлеры просто бездарные ублюдки. Так, идем на объединение. Ла-Манча, да, заходим. Сейчас будем здесь громить арабов 100%. Так, почему, интересно, потому что у меня нету герцогства Астурия, да? Или есть? Да, вот он. Герцогство Астурия. Уничтожить титул. Да. Слишком много восстаний, так что давайте. Победа, разгромили арабов здесь, так, и не только арабов, судя по всему, крестьянское восстание. Так, арабы, маленький стык какой-то собрали, окей, еще одна победа у нас. Так, здесь объединяемся и громим вот здесь войска, маленькие арабские. Бьем. Моментально победа. Окей, заходим сюда. 46% у нас на победу. Так, объединяем войска и идем на штурм быстрый. Задолбала меня эта война. Окей, 67%. Еще раз штурм. 67%, посмотрим, как изменится здесь сейчас счетчик. 89%, зашибись, еще чуть-чуть подождем. Предложим мир, да, они согласны капитулировать. Так, отправляем, ждем, пока они сдадутся нам. Давай.
Все, окей, победили, присоединили к себе еще земли. Так, у нас лишний титул. У нас лишний титул. Так, это графство Альманса, но мы его потом кому-нибудь отдадим. Друзья мои, спасибо всем за внимание. С вами был Гамилькар Барк. На этой замечательной ноте, на очередной победе династии Химена и Кастильского королевства в целом, можно заканчивать нашу 31-ю или 32-ю, я уже не помню, серию. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Бай-бай.